Отойди на 6 секунд. Здесь побывало только несколько человек. Мы были, вероятно, вторыми, кто здесь был. Но первыми, кто занялся здесь поисками могилы Георгия Седова. Вероятнее всего, Седов был похоронен на острове Гогенлое, вот в этом районе, в котором мы находимся с вами сейчас. Это, пожалуй, основной итог, который нам удалось, значит, получить.